Здравствуйте, в эфире «Астана Онлайн», программа, в которой мы оперативно и достоверно говорим на актуальные темы искусства, науки, культуры и образования. Сегодня тема нашей программы – энергосберегающие технологии. Гость программы – доктор технических наук, профессор Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева Алтай Алимгазин. Алтай Шурмбаевич, добро пожаловать в нашу студию. Прежде чем начнем наш разговор, предлагаю посмотреть сюжет. Прошу. Доктор технических наук Алтай Алимгазин уже не первый год предлагает внедрить теплонасосные установки, которые позволят в 2-3 раза снизить самые весомые в структуре коммунальных платежей тарифы на горячую воду и тепло. И не только. Ее применение исключает вредные выбросы в атмосферу, которыми грешат ТЭЦ, и существенно экономит электроэнергию. В чем преимущество этих тепловых насосов? Он предназначен для замены, скажем, традиционных теплоисточников – это угольных котельных, солярочных котельных, электрокотельных, ну и работающих на печном топливе. Какое преимущество? То есть по сравнению с обычным традиционным тепловым насосом экономия в 3-4 раза. Во всем мире давно оценили такую технологию получения более дешевой теплоэнергии с помощью теплонасосных установок. К примеру, в США ежегодно производится около 2 миллионов геотермальных тепловых насосов, и их доля в отоплении составляет 35%. Стоит отметить, что разработки отечественных ученых нисколько не уступают зарубежным технологиям. К сожалению, сегодня многие казахстанцы сделали только первый робкий шаг к испытанию небольшой теплонасосной установки. Сама машинка работает за счет давления. То есть сжатие. И за счет закона термодинамики, то есть при сжатии выделяется высокая температура. Через теплообменник она передается в систему отопления. Все, горячая пошла сюда, распределилась по зданию, вернулась обратно. Все, мы ее здесь уже потом включаем, здесь мы ее видим, эту обратку, сколько обратки. Если нам надо выше поднять, мы здесь просто значение увеличиваем. Там, допустим, на 30, на 40 градусов поставили, все, она пошла выше до температуры. Итак, продолжим наш разговор. Вы являетесь автором проекта, который будет выставляться на международной выставке «Экспо-2017». Планируем. Да, планируете, по крайней мере. Скажите, пожалуйста, в чем суть данного проекта? Раскройте, пожалуйста, всю, так сказать, концепцию. Во-первых, хотелось выразить благодарность за возможность широкой публике представить наши технологии, ну и чтобы просветить немного наш народ. Ну, буквально по горячим следам, я могу сказать, вчера только я вернулся с международного семинара «Энергия будущего. Эффективное использование энергии» в рамках мероприятий «Будущее Экспо-2017», где я выступал, принимал участие в качестве спикера с докладом по применению теплонасосных технологий именно для промышленных наших ТЭЦ. Ну, хотелось немного, конечно, очертить проблему, чтобы обычный человек мог понять. Ну, конечно, вы все прекрасно знаете, что в нашей стране предоставлено такое право уникальное провести выставку «Экспо-2017». Это среди стран СНГ, можно сказать, впервые. И, конечно, вопросы, которые будут рассматриваться, комплекс вопросов, это, во-первых, энергетика будущего, энергия будущего, и вторая ключевая часть – это эффективное использование энергии, то есть технологии, которые позволяют улучшить состояние энергетических объектов и так далее. Ну, в двух словах. В общем, наша страна где-то на рубеже 2008-2009 года вплотную подошла к проблеме, столкнулась, как раз был кризис первого фаза. С той проблемой, которую весь мир, скажем, прошел в начале 70-х годов. Это люди старшего поколения, после 1973 год, первый нефтяной кризис, когда страны арабского мира объявили бойкот развитым странам. И как раз буквально наша страна находится на уровне вот по тем затратным показателям в энергетике промышленности. Ну, в то время как из этого вышел мир. Значит, мировые ведущие структуры, комитеты ООН, создали мировой энергетический комитет, собрали ведущих ученых, которые проанализировали существующую ситуацию промышленности в отраслях экономики стран и далее разработали программы энергосбережения, которые дали колоссальный толчок, позволили выйти странам из этой ситуации. У нас ситуация такая же. В чем именно проблема? Проблема в том, что, во-первых, у нас... Вначале немного большие эти объекты, потом попроще. Дело в том, что всем
оборудования основных отраслей экономики присуща большая степень износа, 70-80-90. То есть это большинство оборудований, которое было закуплено в советское время, оно уже на стадии износа. Соответственно, подающий лень, тепло, электросеть, это все приходит в упадок. Ну и если говорить о программе энергосбережения в целом, глобальном, я думаю, что эту программу надо начинать прямо с каждому гражданину нашей страны, своей семьи, из дома, можно сказать, своего офиса, с рабочего места. Буквально у каждого у нас сейчас дома очень электрифицированные, имеются компьютеры, ноутбуки, планшеты, стиральные машины и так далее, и так далее. И на работу каждого из этих аппаратов затрачивается определенное количество энергии. Энергия с каждым годом вырабатывается все дороже и дороже. И буквально, когда вот вы выходите из дома, особенно это относится к молодежи, они как-то относятся к этому немного безалаберно, включают в разных комнатах эти музыкальные аппараты. Ну, используют энергию, да. Даже простейший вот пример, вот вы заряжаете сотку, сотовый телефон, шнур, да, вот часто бывает, и своим детям говорим, сотовый телефон выключен, зарядное устройство остается, а там лампочка говорит, это, в общем-то, потеря энергии. И если в масштабах страны взять невыключенный компьютер, монитор и так далее, это большой, конечно, урон нашей энергетике. Но для того, чтобы решать эти проблемы, конечно, надо внедрять новые технологии. Поэтому внедрение энергосберегающих технологий, повышение энергоэффективности – это один из путей решения, наряду с использованием возобновляемых источников энергии, это путь решения выхода из этой ситуации. Ну, можно сказать о энергозатратности так, в двух словах нашей отрасли, нашей экономики. То есть есть такой показатель энергоемкость производства, то есть какие затраты электрической, тепловой и прочей энергии затрачены на производство единицы продукции. Например, на выплавку тонны стали, тонны чугуна и так далее, и так далее. В этом плане энергоемкость большинства отраслей Казахстана в 3, в 5, 6 раз выше, чем в развитых странах. Ну, я буквально несколько слов, цифры приведу, чтобы, вот скажем, производство отдельных отраслей металлов, это, скажем, ну, можно медь, алюминий, сталь сказать. Ну, примерно порядка цифр. Например, если в странах Европы, Японии, Штатах порядка 300-400 условных единиц, то в Казахстане порядка 1400-1500. То есть и по большинству показателей вот такие эти. И решить эту проблему, то есть сделать наши процессы на предприятии более энергоэффективны только за счет внедрения энергосберегающих технологий. Теперь я буквально технологии, которой мы занимаемся. Я на протяжении 15 лет занимаюсь одним из первых в Казахстане внедрением теплонасосных энергосберегающих технологий. Это технологии, это, скажем, холодильные технологии, которые позволяют использовать как возобновляемый источник энергии. Для многих это, может быть, впервые слышат, но хотя мы уже много проводим работы по пропаганде. То есть это теплота грунтовых, вот теплота грунтов, это есть такие понятия. Весь мир, это, скажем, возобновляемый источник энергии, теплота речных водоемов. И второй, это большой пласт, это использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии, промышленных сбросов, технологий сбросов промышленных предприятий с температурой 5-45 градусов. Обычными существующими теплообменниками такой тепловой поток 4-5-45 градусов невозможно уловить, это неэффективно. Только теплонасос технологии позволяет именно кардинально решать эти проблемы. Примеров привести можно очень много. Ну, в двух словах я скажу, что такое вообще тепловой насос, в нашем мнении? Каждый из вас, в принципе, дома имеет такой тепловой насос, старший брат тепловой насос. Это дома холодильник у вас у каждого стоит. Я говорю, тепловой насос – это холодильная машина. Вот у нас есть морозильная камера, это, скажем, где мы охлаждаем продукты. Из нее мы забираем тепло, чтобы охладить продукты. И сзади холодильника есть такая решетка теплая. Каждый может потрогать, убедиться. И вот это отведенное тепло через эту решетку выбрасывается, ну, в окружающую среду, в комнату. То есть это старший брат, прообраз теплового насоса. Ну, в тепловом насосе немного обратная схема. Но принцип тот, что используя запасные потоки или возобновляя источники энергии, можно получить тепло. Если как показатель эффективности этого аппарата. То есть у нас известен всем коэффициент полезного действия. Здесь аналог коэффициент преобразования. Вот, например, коэффициент преобразования равен 4, это означает, что мы затратили 1 кВт электрической мощности на привод машины и получили 4 кВт за счет сбросной теплоты, например. Ну, чтобы было, я буквально еще не скажу, чтобы было понятно, что за сбросные у нас тепловые потоки. Буквально вот каждый из нас может это видеть, ощущать вот в повседневной жизни. Это целые тепловые реки, которые текут в сточных канализационных водах.
Ну, пример. Порядка, по оценкам зарубежных российских специалистов, порядка 40% тепловой энергии, которая вырабатывается на ТЭЦ, улетает в канализацию. Хоть это, ну, горячая вода, канализационная. Мы сами проводили замеры в разных регионах страны, в канализационных очистных сооружениях. Брали термометр, опускали в зимнее время. Ну и в осеннее время 35-38 градусов. То есть это теплопотоки. Эту воду обратно повернуть в полезное действие получается. Да, то есть мы уже некоторые проекты, в принципе, разрабатываем. То есть тут, во-первых, не очищенные стоки 35-38, есть очищенные стоки в процессе там очистных сооружений, там где-то 16-18. Это все используется. Весь мир уже эти технологии освоил порядка, ну я говорю, лет 35-40 назад. Вот, скажем, я приведу цифры. Во всем мире где-то по оценкам различных специалистов работает, ну, 85-90 миллионов тепловых насосов. В развитых странах, Соединенных Штатах Америки, в Японии и так далее, ежегодно в строй вводятся 2-3, выпускается 2-3 миллиона тепловых насосов. В Казахстане цифры, ну, по нашим оценкам, скромно, если взять все, ну, и тепловые насосы, которые запущены на коттеджах, ну, на объектах там, малого и среднего бизнеса, ну, и некоторые, которые в промышленности, это составляет порядка, ну, максимум 500 тепловых насосов всего в Казахстане. Это то, что за 15 лет у нас пока установлено. Но это, я считаю, тоже плюс, тем более, что когда начинали в 99-2000 году, вообще у нас единичные были моменты. Теперь немного по проекту. Значит, это использование сбросной теплоты промышленных предприятий. Это актуальнейшая проблема. Это, скажем, вторичные энергоресурсы с высокой температурой, ну, там я говорил, 50 градусов и выше, используются различными традиционными теплообменниками, рекуператорами, регенераторами. Это металлургические заводы, нефтехимическое производство, машиностроительные заводы. Везде, скажем, имеются такие, ну, есть оборотный цикл водоснабжения предприятий, так называемые градирни есть. Вот, скажем, у нас в Астане, если в сторону Павлодар ехать, есть ТЭЦ-2 у нас. Вы все прекрасно видите, три конусообразные башни такие стоят. Из них такой пар идет. Это вот пример как раз того, как бесхозяйственно используется у нас тепло. Ну, могу некоторые цифры сказать. 35. Можно использовать не только воду, но и пар? Это просто по технологии охлаждается вода, нагреет просто, просто воздух. Используя тепловой насос, мы это тепло, в принципе, можем вернуть. Этим вопросом мы занимаемся очень давно, вот с 99 года. Совместно с российскими учеными еще в декабре 99 года первый промышленный тепловой насос 3 мегаватта был установлен на Касцинке. 3 мегаватта это довольно большой. То есть, во-первых, да, я забыл сказать, тепловой насос это машина, которая одновременно вырабатывает как тепло, так и холод. То есть она может захолаживать и одновременно нагревать. То есть примерно одинаковое количество тепла и вырабатывает такое же количество холода. И вот на Касцинке наиболее эффективно, когда мы захолаживали сбросные воды металлургического производства, там, я уже там где-то, да, 34-35 градусов, и одновременно нагревали воду, которая идет для химии, ну, в смысле, на процессы технологические. То есть КПД получился очень высокий, коэффициент производства порядка 6, и этот проект окупился за 2,5 года. 12,5 лет почти этот проект работал на Касцинке, затем вот сейчас там машина была экспериментально собрана, ну, в тяжелое в то время, и сейчас заменили на более мощную немецкую машину, более современную. И проекты, которыми мы занимаемся, вот я буквально сказал, по очистным сооружениям, ну, уважаемые коллеги, я вот в середине 2000-х годов работал, ну, советником министра охраны окружающей среды, штатным, именно по энергосбережению, и много ездил по миру, смотрел, знакомился с этими технологиями в Китае, в европейских странах. Конечно, фантастика в Китае, где целые города, вот скажем, город Шэньян, 8,5 миллионов населения, промышленный, военный город, оборонка, и построена теплонасосная станция где-то порядка 280 мегаватт, 35, по-моему, машин, мощная по 8 мегаватт, которая перерабатывает все сбросное тепло этого города и подает тепло, не сжигая ни грамма дополнительного топлива. То есть где-то порядка больше трети объектов города обеспечить за счет этого. То есть и таких объектов очень много. Китайская Народная Республика эти проблемы очень активно решается. Ну, в Казахстане, конечно, я, кстати, вот где-то в середине сентября готовлю большую статью проблемы, почему слабо внедряется теплонасос технологии в Казахстане. Это по поручению вышестоящих органов, скажем. Я думаю, она в Казправде выйдет. Почему тормозит? Везде, потому что когда мы говорим про возобновляемые нетрадиционные источники энергии, везде говорят только энергия солнца, ветра, там, ну, био, в крайнем случае. Тепловой насос, вы хоть раз услышите. Этот вопрос, кстати, недавно
поднимал наш уважаемый президент где-то, вот, когда, почему не работает завод в Усть-Каменогорске, где-то было совещание, он спрашивал у министров. Ну и, конечно, эти технологии нужны, потому что они позволяют решить многие проблемы, сэкономить большое количество тепла. Ну так завод почему же не работает? Вот я теперь к этому возвращаюсь. За эти годы, значит, я вот начинал работу по теплоносущим технологиям в Усть-Каменогорске, работал в техническом университете имени Серикбаева. Мы там открыли технопарк Алтая, заведовал лабораторию энергосберегающих технологий. И мы одновременно готовили студентов по специальности промышленной теплоэнергетики, и часть из них обучалась по специализации тепловой насосной системы. То есть мы базовое образование давали, плюс дополнительное. И вот эти ребята, первые мои студенты, вот они на базе технопарка где-то в 2008 году создали мы первое сборочное производство. И оно, в общем, успешно работает. Благодаря этому сборочному производству, который собирает машины от 3-4 кВт тепловой мощности для коттеджного варианта до мегаваттных. Вот на объекте Щучинске мы ставили по 500 кВт, два блока, скажем. И очень этот завод, это Усть-Каменогорский завод называется ТО Санди, он работает и на Украину, то есть на российские объекты, то есть очень много продают. То есть уже бренд «Казахстанский теплонасос» уже знает мир. Если в интернет зайти, об этом можно понять. Второй, значит, вопрос. Мне хотелось отметить в этом плане Владимира Сергеевича Школьника. Я очень рад, что у нас наконец-то снова создали Министерство энергетики. Мы за это очень много боролись, потому что это ключевая отрасль экономики. Без нее неправильно было. И вот Владимир Сергеевич, где-то с 2003 года мы с ним на эту тему. Он очень энергетик грамотный, все понимает. И вот он один из первых, можно сказать, первый из крупных руководителей, топ-менеджеров экономики. Он это дело начал внедрять у себя в Министерстве энергетики. Ну, в частности, на объектах «Казатомпром» очень много. На южных, урановых рудниках, в Степногорске и так далее, и так далее. Хорошо. А вот вы сказали вот в начале нашего диалога, что в западных странах это используется уже на протяжении 35, то ли 40 лет. Да. У нас оно только-только внедряется. Раз 40 лет назад появилась данная система энергоснабжения, мы попользуемся, например, установим это в течение 15 лет, попользуемся еще 15 лет, а к тому времени в Европе или на Западе в целом появится еще какой-то вид, альтернативный данному. Поэтому, может быть, на ваш взгляд, есть ли еще какие-либо виды энергоснабжения, которые можно использовать уже в скором времени и которые по своему использованию на долгие годы вперед могут обеспечить само тепло? Ну, во-первых, насчет того, почему у нас это не использовалось, говорить вот 40 лет, потому что мы жили в советское время, у нас, во-первых, очень дешевые энергоносители были, нефть, газ, стоили копейки, сами помните. И затем, в то время, дешевые энергоносители, конечно, это оборудование все-таки дорогостоящее, тем более у нас в Казахстане оно вот почти не производится, то есть машиностроение в этом плане холодильник только-только начинается. И поэтому в мир на эти технологии перешел ранее. Вот в том же Китае, я, насколько знаю, знакомился порядка 69 заводов официальных, которые занимаются где-то с конца 60-х годов выпускают оборудование. То могу сказать, что эти технологии, хоть и используются 40-50 лет, они имеют большую перспективу. Дело в том, что, скажем, системы централизованного теплоснабжения наиболее эффективны, они в большинстве городов Казахстана используются, и возобновляемые альтернативные источники также остаются. Буквально в июне по приглашению российских коллег знакомился с инновационными разработками, которые были внедрены в этой области на олимпийские объекты города Сочи. И везде эти теплонасосные системы работают. Но там особенно, что там климатический уровень 3-5 градусов мороза. Поэтому мы планируем, есть предложение вот на семинаре, будет, что технологии активнее внедрять при строительстве, скажем, объектов олимпийского этого. И хотелось особо отметить, что буквально вот в ближайшие недели у нас в университете открывается инновационный парк, в составе которого нашему институту предложили выделить лабораторию для нашего института энергосбережения и энергетических технологий. И эти технологии мы будем представлять. Ну, хотелось выразить благодарность ректору Ерлан Баташу
за то, что он поддерживает это направление. И я думаю, возможно, в ближайшее время один из объектов университета, строящийся, мы будем переводить на эти технологии. Но в перспективе хотелось сказать, что вот осенью начинается работа в этой области с КТЖ. В Казахстане Теміржол мы на протяжении 5 лет с ними работаем, где-то порядка 15 объектов планируем. Ну, по линии Министерства обороны, ну и с объектами бюджетной сферы, с акиматами и так далее. Ну, а по промышленным объектам, вот мы уже года 2-3 ведем работу с «Астана Энергия», из этого города Астаны совместно с российскими коллегами ЗАО «Энергос Новосибирска». Мы сейчас как раз проводим расчет технико-экономического основания применения этих технологий. Ну, первичные данные уже показывают, что значительный эффект намечается. Ну что ж, Алтай Шурымбаевич, спасибо за то, что пришли к нам в нашу студию, за содержательную беседу. Телезрителям напоминаю, что нашу программу можно посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время. We'll be right back.